Давайте посмотрим утро. Сегодня у меня первое утро здесь. Всем доброе утро. Ой, какое, какое прекрасное, такой воздух. Так прохладно утром, хорошо. Вчера я прилетела в Турцию, а Денис. Вот такое утро с видом на горы. В ту сторону у нас море. Тишина. Все спят. Вот так вот. Солнышко еще не видно, загорание хорошо. Вчера тут вечером было шумно. Я, конечно, с дороги не пошла смотреть. Что-то там турецкое было. О, уже кто-то разговаривает. Утро здесь такое тихое. Уже сколько? 8 часов практически. Солнышко, видимо, очень долго выходит из-за гор. И это очень здорово, потому что его вот там уже начинает выходить. Ой, такой воздух просто шикарный. Ну да, здесь так очень классно. Это вам не шумные города. В общем, вот здесь вчера что-то было. Так, музыка гремела. А я не смогла, потому что вот что-то было туркиш. Туркиш, какие-то танцы, гремели, танцевали, шумели. Вот такая здесь территория маленькая. Так, а я иду завтракать. Хотела, пока солнышка еще нет, еще к морю пойти, но не знаю как. Вот так проходит мой завтрак. Я не стала показывать завтрак. Ну, я считаю, что это все однообразие. Завтраки, ужины, обеды. Завтрак так, да. Ну, наедитесь, я хочу сказать, что сырок, масло, овощи, фрукты, грушу сегодня взяла попробовать. Вот так вот. Солнышко еще не вышло. Вот это мне очень нравится, что с утра, вот сейчас у нас 9:25, и вот как видите, вот там, да, вдали, вот, вот здесь, да, солнышко еще только появляется на горе, но его вот, ну, вот здесь еще нет. Из-за горы пока не видно. Очень, очень круто, мне нравится. Вот с таким видом я завтракаю. Уже летают парапланы. Вчера я их наснимала очень много. Вот такой у нас ресторанчик. Уютный, маленький. Вот и солнышко. Я только проговорила. И прошло пару минут. Это получается во сколько? 8:30. Оно появляется вот здесь на пляже. И вообще очень круто. Мне нравится. Ты бывает просыпаешься 6 утра, 5 утра. Такое солнце уже бьет. А вот так очень. 8:30. Самое то. Очень мне нравится. Что солнышко появляется попозже. Ну и, конечно же, надо сходить на пляж. Вот, очень тепло. Очень тепло. Хорошо с утра. Ой, небо такое. Поливают. Сейчас тут все соберутся. Будут летать.
тоже хочу. Вот такой у нас вид на горы. Красивый. Вообще тут интересно. Тут мне, допустим, ну, вчера я только прилетела, да, и у меня вообще не было впечатления, что я нахожусь в Турции. Вообще тут все другое. Обстановка другая. Кажется, что ты где-то либо в Черногории, вот я была, либо в какой-то Абхазии. Вот, ну, тут и русских-то очень мало. Ну, вообще, тут другая обстановка, конечно. Нужно пойти туда пройтись. Пока утро. У нас сегодня встреча будет с гидом. 9:30. Вот такая водичка. У воды цвет вот такой, как на телефоне. Надо будет завтра, что ли, с утра искупаться. Люди купаются. Огороженная территория. Здесь можно, наверное, гулять. И по утрам, и по вечерам. Все, пошла погуляю. Что будет интересного, конечно же, покажу. Да, вот еще забыла сказать, что, ну, по всей видимости, буду снимать, а видео выкладывать не получается. Насколько я даже подключаю всегда свой роуминг, ничего не помогает. Wi-Fi у них, имеется в виду, кто вот тоже, если вдруг приедет, Wi-Fi только в ресторане, на ресепшн, у бассейна, где снэк-бар. Вот. Все. Но он тоже там такой, что даже на одну минуту видео не грузится. Одно случайно там прогрузилось. Вот какая-то улочка туда идет. А вообще с интернетом проблемы. Я просто не знала. Так что по приезду, по всей видимости, буду выкладывать видео. Очень жаль. Просто очень жаль. Кафешки вот, пожалуйста, если у кого не все включено, сразу прям можно. Пойду чуть-чуть пройдусь. Здесь вот, наверное, да, здесь отель на отеле. Вот так вот мы ехали, так, ну, когда тоже меня, допустим, высаживали последнюю. Сначала вот там один, второй, третий отель. Вот так. Так, прошла вот сюда немножечко подальше. Вот стоят, не знаю, как, ну, как их назвать, вот эти вот. На чем плыть на остров бабочек, ну, вот по всей видимости, это вот на вот этих судна такие, корабли. Корабли. Я, естественно, собираюсь туда. Там, говорят, еще красивее, еще чище вода. Там, значит, высаживают. Вы там купаетесь. Уж не знаю, какие там бабочки. Увидите, не увидите. Но вот на таких кораблях. Как их назвать, я не знаю. Там тоже, наверное, это мини-отельчики или что это такое. Ну, только солнышко вышло и уже печет. Печет, конечно, не по-детски. Вот где-то здесь. Мы ехали пока из аэропорта. Я познакомилась с девушкой. Зовут Саша. Саша, ты где? Выходи. Где-то тут ее высадили. А, вот, вот, по-моему, вот тот отель. Вот такое. Здесь все. Вот эти корабли. На них на утро бабочек поплыву. Вообще, конечно, еще в Фетхие собираюсь. Все, а у нас
А у нас вот такой вот. Сейчас я пойду к себе, вот так обратно. Вот такие горы у нас там. Блин, пока это перевернула камеру, улетел уже. Я вчера за ними наблюдала, сегодня гида спрашивала, говорю, очень хочу полететь, он говорит, вообще не бойтесь, вообще ничего страшного, но не знаю. Они летают и летают целыми днями. 138 евро стоит. Это без экстрима. Без экстрима это значит 40 минут. А если с экстримом, он говорит, то 25 минут, потому что они там очень резко делают повороты. И получается быстрее. А если говорить 40 минут, то там все плавно, летите, все хорошо. Ну, вот лично меня что смущает, это приземление. Я там видела, они как-то ноги вытягивают. Но все в жизни бывает, правильно? Сегодня 38 будет, потом 36, потом по 33. 33 нормально. Даже 38 я вчера купалась и днем ходила на пляж, потому что только приехала, надо все успеть. Вот, за 8 дней или за 7 у меня. 7 ночей, 8 дней. Привет! Как дела? Нормально! Тут все они здороваются. Приветик. Приветик говорит, дорогая. Нормально? Я же говорю, тут как в деревне. Но она и есть, по-моему, деревня Алюденис. А Фетхие я поеду завтра. Они повезут на шопинг. Так, по этой дорожке надо идти быстро. Они повезут на шопинг, и сначала я с ними поеду бесплатно на трансфере. А там я сказала меня оставить. Я похожу по Фетхие и хотела там в отель. Ой, господи, боишься. Хотела в отель зайти. Тот, в котором я отдыхала, узнать, можно будет на один день у них потусить. Потому что я хотела изначально 3 дня в одном, 3 дня в другом. Но там очень дорого получается. Личный трансфер и все такое. Сейчас буду по чуть-чуть видео выкладывать маленькими кусочками, а потом... Так, надо вернуться, полотенчик забыла. Так, ну что хочу сказать. Сегодня я уже полегче зашла в воду, адаптировалась. Или мне так кажется, что она сегодня такая, ну, более-менее теплее. Сейчас пойду в водичку, покажу вам. Вот такая водичка у нас сегодня. Вообще классно так. Вот сегодня вот спокойно, просто поплавала. Сейчас вот хочу показать, что спокойно захожу в воду. Не знаю, наверное, чуть-чуть... А, это я была после Москвы, наверное, такая вся холодная. А теперь мне нормально. Ух, прикольно. Вот с таким видом. Я купаюсь на горы. Не знаю, очень комфортно даже. Очень даже комфортно. Там эти летают себе и летают. Не знаю, видно вам или нет. Но они вот прям вот, не знаю, постоянно летают. Вода безумно чистая. Не хочу вот так опускать телефон. Слишком. Ну вот даже здесь на расстоянии вот я стою, ну, практически в рост, и все видно, все камушки. И вот еще что мне нравится, что не надо идти далеко от берега, несколько шагов, и все, и ты плывешь. Нет такого долгого захода.
вот так вот. Так, хочу все-таки поближе снять. Куда он летит? Блин, ну не так близко. Было сейчас поближе. Так, вот подлетает другой. Надеюсь, не на меня. О. Ага, вот так. Держали. Вот этот инструктор, да, он очень хорошо, наверное, помогает все-таки. Очень хочу, но боюсь. А у меня время обеда. Так, что? Курочка, белая, ой, красная фасоль, вот эта остренькая, мне очень вчера понравилась. Ну, конечно же, салатик, индейка на гриле, любимая груша, ну и арбузик с дынькой. Что еще? Ну, там всяких, вот, наподобие оливье салатов много, да. Ну, я вот на любимом своем месте. Не стала в зале. Здесь тоже. Я сейчас вот накупалась после моря. И такая, у меня волосы влажные. Мне тут хорошо сидеть. Поэтому вот так. Вот с таким морем. С таким морем. С таким видом буду обедать. Вот так вот. В самом начале еще пока людей немного, но вчера даже на ужине я тоже пришла прям вот, ну, к открытию. Я всегда стараюсь приходить к открытию. Я не люблю, когда уже много людей сидит. Ну, сел, быстренько поел и все. И все. И в такую жару можно полежать в номере, в холодке. Все, обедаю.